Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые истории» я увидела однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. И я тогда тоже нарисовал свою первую картинку. Это был мой рисунок №1. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им? А разве шляпа страшная, возразили мне взрослые. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. И это был мой рисунок №2. И взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри. Вот так случилось, что с 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. И вот 6 лет назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то случилось в моторе моего самолета. Я должен был исправить мотор или погибнуть. В первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на 1000 миль вокруг не было никого и никакого жилья. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. «Пожалуйста, нарисуй мне барашка!» «А?» Вскочил я, протер глаза и вижу, стоит обыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. «Но что ты здесь делаешь? Пожалуйста, нарисуй мне барашка!» «Я не умею рисовать!» «Все равно нарисуй барашка!» «Я не умею рисовать!» «Все равно нарисуй!» И тогда я повторил для него одну из старых картинок, которые только и умею рисовать, удава снаружи. «Нет, нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Ну, нарисуй барашка». И я нарисовал. «Нет, этот барашек совсем хилый. Нарисуй другого». Я нарисовал. «Ну, ты же сам видишь. Это не барашек, это большой баран, у которого рога». Я опять нарисовал по-другому. «Это слишком старый. Мне нужен такой барашек, который жил бы долго-долго». Тут я потерял терпение и нацарапал вот что. «Вот тебе ящик, а в нем сидит твой барашек». «Вот такого мне и надо. А как ты думаешь, много он ест травы?» «Ну, ему хватит, я даю тебе совсем маленького барашка». «Смотри-ка, мой барашек уснул». Малыш стал разглядывать мой самолет. «Это что за штука?» «Это не штука. Это самолет. Это мой самолет. Он летает». «Как? Ты упал с неба?» «Ну да». «Вот забавно! Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты?» «Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?»
Но на это ты не мог прилететь издалека. Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка? Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет спать в нем по ночам. Скажи, а ведь правда барашки едят кусты? Да, правда. А если барашек ест кусты, он и цветы тоже ест? Он ест все, что попадется. Даже такие цветы, у которых шипы? Да, и те, у которых шипы. Тогда зачем шипы? Шипы? Ну, ни зачем не нужны. Цветы попускают их просто от злости. Я не верю тебе. Цветы слабые и простодушные. Они думают, если у них шипы, их все боятся. А ты думаешь, что цветы? Да ничего я не думаю. Ты видишь, я занят серьезным делом. Серьезным делом? Ты говоришь, как взрослый. Все ты путаешь, ничего не понимаешь. Я знаю одну планету. Там живет господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И с утра до ночи твердил одно. Я человек серьезный, я человек серьезный, совсем как ты. А на самом деле он не человек. Он гриб. Гриб? Гриб. Миллионы лет у цветов растут шипы, и миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это несерьезное дело понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? А если я знаю, единственный в мире цветок. Он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет. А барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его, и даже не будет знать, что он натворил. И это все, по-твоему, не важно? Если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо, и ты счастлив, и говоришь себе, где-то там растет мой цветок. Но если барашек его съест, это все равно, как бы если бы все звезды разом погасли. И это, по-твоему, не важно? На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц. И надо было его утешить.